она сосватала. А ты попробуй, как я. Кривую, косую и хромую. Ты кому дорогу перебігаєш, а? Ти у кого хліб відбираєш? Найкраще розповісти про сваху може лише людина, яка чимало разів зіграла цю роль. От, собственно, Кабато, одна із них. Вот. Что могу сказать? Кабато – это сваха, как и все, в принципе, свахи. Самое главное, чем они должны обладать, на мою, как я вот считаю, это умением расположить к себе людей. Найти подход к каждому из своих клиентов и сделать так, чтобы по окончанию каждый из клиентов остался доволен. Сніжана Бойчук, актриса Миколаївського театру, яка виконує на сцені роль Хануми, поділилася тим, якою має бути справжня сваха. Она очень уверенная, она очень обаятельная, она людьми играет как вот в шахматы. То есть она сопоставляет, она всех знает, кто где живет, ага, там бедная, там богатая, как это все сделать. И получается тогда вот пара такая достойная. Поцінити майбутню дружину або допомогти у пошуках чоловіка, зазирнути в саму душу та допомогти знайти сімейне щастя. Такими є завдання справжньої свахи. Ми вирішили дізнатися, чи знають миколаївці, хто така професійна сваха, та чи звертались вони коли-небудь до неї за допомогою. Сваха, мабуть, це жінка, яка отримує гроші за послуги свахи. А які є головні якості, що вона має робити, якою має бути? Комунікабельною, ну, достатньо привабливою, вежливою, вічливою. Человек, который организовывает свадьбу и свататься идет. Ну да, это тамадой на свадьбе, женит, свадьбу создает. Ну, во-первых, должна быть коммуникабельная, во-вторых, должна быть добросердечная, потом она должна быть психологом, причем очень хорошим, чтобы она могла знать, кто кому подходит. Ну и добропорядочная и честная, а не так, чтобы денежку грести себе. Как моя теща, наверное. Какой має бути? Ну, наверное, грамотная, наверное, умная, наверное, адекватная, чтобы знать, кого знакомить, как знакомить, с какой целью знакомить и для чего вообще знакомить. Мне кажется, что такая женщина с опытом. Что-то у меня как бы. С длинным языком, которая может уболтать. Тож, чи популярна зараз професія свахи та які вона має тонкощі? Дізнаємось більше від гостя студії. Тож, чи варто користуватися послугами свахи та брачних агентств, шлюбних агентств, а також, як створити справжні гармонійні стосунки, нам розкаже наша ранкова гостя. Тож до нашої студії завітала психолог Світлана Іваненко. Доброго ранку вам. І таке перше питання. Чи може психологія допомогти у створенні стосунків і як? Психологія дійсно може допомогти в тому, щоб зрозуміти себе, зрозуміти те, чого чоловік хоче від стосунків, наскільки він готовий до цих стосунків і що може його утримувати від того, щоб створювати стосунки. Ну, це от на першому етапі. І далі чергу ми розуміємо себя. Да, в первую очередь нужно создать себя, создать именно себя, вот свое состояние или понять его, что то, что есть, насколько есть готовность к тому, чтобы строить отношения. А що утримує людину від створення нових стосунків? Так, як ви сказали, що людина має зрозуміти себе і зрозуміти, що перешкоджає відкриттю до нових стосунків. В большинстве случаев мешают отношениям страхи. Даже если человек сознательно стремится к отношениям, да, заявляет о том, что он хочет быть в отношениях, очень часто его удерживают внутренние осознанные или неосознанные страхи. Это может быть страх быть в близких отношениях, страх открываться, страх, чтобы меня не поймут, не оценят, не полюбят. Это может быть страх повторения прежних ошибок в прежних отношениях. Да? Это страх боли. Что меня отвергнут, что мне сделают больно. Это может быть страх потери свободы, особенно для тех людей, которые уже попробовали жить в одиночестве и почувствовали вкус этого. Вот. И тогда вот потеря вот этой свободы, возможности распоряжаться своим временем полностью, своей жизнью полностью, она может подсознательно пугать. Вот. И тогда вот неосознанно человек как будто бы останавливает себя.
ставить якісь бар'єри і да, навіть да, цього да. Я сам бар'єри не розумію. Бар'єри виникають внешні. Да, и человек искренне недоумевает, почему отношения не складываются. Но на самом-то деле, когда отношения не складываются, следует заглядывать внутрь, да, и понимать, какие барьеры есть внутри. Скажите, а что негативно влияет на развитие новых отношений? Ну, во-первых, ну, кроме страхов, возможно, что еще есть. Да, во-первых, это незавершенные прошлые отношения. Если человек внутренне неосознанно повернут в прошлое, да, и что-то там еще не завершил, это я говорю о психологическом незавершении, то тогда это может очень сильно влиять на настоящие отношения. Mm-hmm. Потому что получается, что в отношениях якобы присутствуют три человека. Очень сильно могут мешать отношениям детские незавершенные обиды на родителей. Потому что мы проецируем их образы, мы проецируем картинки семейных отношений наших родителей, особенно негативные. Да, мы можем проецировать их на те отношения, которые у нас складываются. Причем проекция – это такая хитрая штука, что даже там, где ничего страшного нет, мы можем увидеть что-то такое, что было в детстве и то, что пугало. То есть мы как будто бы дорисовываем, приписываем человеку те качества, те проявления, которые были для нас угрожающими когда-то. Ну, либо в прошлых отношениях, либо в детских отношениях. Вот. Также могут мешать отношениям какие-то качества, партнеров. Ну, например, неумение делиться своими чувствами, неумение говорить о них. Ну, детки, замкнутые люди, так? Да, причем это касается и негативных переживаний, и положительных чувств. Вот парадокс, но вот очень часто можно говорить о том, что люди боятся теплых переживаний, боятся говорить об этом. А ось чи існують якісь психологічні секрети для того, щоб, можливо, уникнути усіх цих проблем для людей, які звикли до самотності? Як їм показати, що стосунки – це не так погано, і ділитися своїм часом – це добре? Як позбутися дитячих якихось переживань? Ну, во-первых, осознать то, что есть, осознать свою внутреннюю реальность, да, честно посмотреть внутрь себя, и иногда это нужно делать вместе с психологом, потому что сложно заглядывать туда, где неприятно что-либо осознавать. Вот, и понять на данный момент, насколько я готова или готов к тому, чтобы создавать отношения. Насколько я готова создавать общее пространство, быть в этом общем пространстве, и каких отношений я хочу. Это первое. Второе, понимать, к каким именно отношениям готова я на данный момент. Вот, чего я хочу. И здесь важно очень, когда вот два человека знакомятся, то важно очень прояснять все о другом человеке. Говорить о себе и прояснять о другом. Есть такая ошибка в начале отношений, это говорить о себе как можно лучше. Как можно больше, да? Только я разговариваю, и меня только слушают. Как можно больше и как можно лучше, да? Чтобы вот все было красиво, чтобы картинка была красивая. Ну, это все понятно и объяснимо, но это ловушка, потому что мы представляем другому человеку только красивую часть себя, да, прячем вот ту другую. Каждого а человека... я своему человеку навпаки казала про себе тільки найгірше, казала, якщо закохаюся в такі риси характеру, то буде зі мною точно. А чи не було це помилкою? Міг же подивитися, сказати, нащо мені така з такими проблемами? Ну, наверное, нужно, я к тому и веду, что нужно, чтобы был баланс. Потому что человек целостен, да, в нем есть и условно негативное, и условно позитивное. Есть и то, и другое. И очень часто мы влюбляемся во что-то хорошее, а потом со временем обнаруживаем то, что не нравится, и то, что беда. Колет. Вот, так вот важно, чтобы вот в самом начале... Краще залишаться собой, например, да, так. Да, вот важно оставаться собой. Потому что тогда это будет честность по отношению к себе, во-первых, и по отношению к другому человеку. Тогда у другого человека будет действительно возможность понять, кто перед ним. И у вас будет такая возможность. Главное, чтобы эта людина також це розуміла. Ну, мы не можем отвечать за другого человека. Чимало людей зараз для того, щоб сформувати свої стосунки, звертаються до шлюбних агентств. Деякі звертаються до реаліті-шоу, там, де знайди своє кохання, один холостяк обирає собі з-поміж багатьох дівчат, або звертаються до вже якихось відомих свах, які також шукають їм пару. Наскільки це правильно, чи варто свою долю і свої стосунки передавати в руки до чужих людей?
Я не могу говорить об этом как о правильном или неправильном. Это реальность нашего времени. Вот. Единственное, что могу сказать, что где бы вы не встречали свою половинку, своего избранника или избранницу, где бы не искали, в любом случае важно оставлять свою ответственность за свою жизнь себе и не передавать ее свахе, брачному агентству и так далее. Это что значит? Это значит, что я выбираю. Это не меня знакомят, да? Это я выбираю. Даже если случай так сложился, что меня познакомили с кем-либо. А ось коли звертаються люди і їм за психологічним, за астрологічним якимось списком обирають, кажуть, оце ваш ідеальний варіант, і якщо людина з ним не сходиться, вона думає, боже, мабуть у мені щось не так, тому що ідеальний же ж варіант, сказав психолог, сказав астролог, усі сказали, що мені підходить. Ну вот яркие случаи вы описываете того, как можно легко переложить ответственность на другого человека, на умную бумагу, да, на которой написано. И тогда столкнуться с такой реальностью, что я-то внутренне не чувствую, что я поверила чему-то, да, поверила бумаге, поверила тому, что скажут. А на самом-то деле очень важно слушать себя и свои чувства. И здесь этот навык нужен как никогда, потому что для того, чтобы понять, насколько получится или не получится отношения, в первую очередь важно слышать себя, как я реагирую душевно, телесно, умственно, насколько мне подходит вот то, с чем я имею дело, да, вот какие разговоры подходят, не подходят, как это общение проходит, насколько внутри это откликается. Умом этого постичь невозможно. Вот чувства, они могут подсказать. Потому что если возникает неприятие, если возникает отвращение, если возникает страх, то это уже повод к тому, чтобы прислушаться к себе. Тобто коханого потрібно обирати за покликом серця. Можна і так сказати. Дякуємо вам за те, що поділилися із нашими телеглядачами секретами створення гармонійних стосунків. Як уже було вам сказано, дійсно варто опиратися на свої відчуття, але прислухатися до порад розумних людей. Дякуємо вам.